Нам понравился ваш коллектив, молодой, энергичный, который достиг каких-то успехов. На мой взгляд, лучше, конечно, несколько лет интенсивного обучения по какому-то определенному направлению, чем 5 лет учить все и понемногу. Интеграция в Европу – это не означает только язык. Это и культура, это и знания, и множество других фактов. Поэтому мы стараемся, во-первых, эти стандарты, евростандарты внедрить у себя тоже. Только сегодня у нас был очень такой дебат, lively. And, и там много, ну, мы там делаем и задания делаем, и там тесты бывают. Промежуточные экзамены бывают у нас. Тексты читаем. Но я не могу сказать, что она идет как монотонно. Это как волнисто идет, интересно идет. Отлично. Мы там ей спектакль показывали, там, не знаю, и еще. Ну, все было отлично, скажем так. И развлечение было, и учеба была, и все вместе. Ну да, да я даже не чувствовала уже как месяц. Все. Да, уже последнюю неделю, не знаю. Но понравилось. В общем-то, да, в итоге понравилось все. Одним из плюсов того, что я выбрал вашу академию, явилось то, что инструктора разговаривают на русском языке. И все уроки достаточно проходят понятно. И вопросы все, которые появляются во время обучения, в принципе, с инструктором быстро решались. Во-первых, нам немного легче с вами работать, потому что вы тоже владеете, ну, русским языком, русскоязычным. Именно ваша академия расположена регионально близко и к Калининграду, и к Москве, где я собираюсь работать. Меня в первую очередь удивил вообще коллектив вашего центра, потому что отношение к студентам и все остальное, это только порадовало, хорошее отношение. Мне ваш коллектив очень понравилось. Я думаю, что мои впечатления там очень хорошие. Гибкая ценовая политика. То есть от каких-то зависимости от предоставленных услуг можно очень повлиять на цену. То есть первую неделю мы ходили в этот Тракай и Каунас. Но, если честно, в Литве мне очень понравился Тракай. И еще этот, но я не знаю, не могу произнести это слово, как это Adventure Park, где мы были. Андрюскининг это. Да. Это я уже для меня трудно произнести это слово. Вот там мне очень понравилось. Впечатления просто великолепные в Тракае. Это очень хорошее впечатление. Как раз таки погода была тогда хорошая. Мы сделали много хороших, замечательных фотографий. Даже постреляли из арбалета. Okay, so only safe flights. Yeah, because we just need it. Everything we do, even if we learn English or have simulator practices, we do it only for safe flights. So have a safe flight. I wish prosperity to your academy, Air Force, and of course safe flights. First of all, I would like them to come and see BAA themselves. A lot of corporations, projects, and fruitful projects, not only, and to contain this friendly atmosphere in academy, in BA, and to set our future contacts. That's all.